Значит, на взлом конверсии у меня был проект по кухне на заказ. Достаточно молодая компания, где-то там, ну, чуть больше года они работают на рынке именно по этому направлению. Значит, что мы сделали? Сделали квиз, собрали там, ну, простой совсем квиз на Флексби, вот, и по результатам. Получилось 126 лидов у нас за июнь. Директа средняя стоимость лида в районе 99 рублей. С Инстаграма 67 рублей. Это средняя, минимально было 22 рубля в день запуска. В день запуска получилось 15 лидов. Вот, ну и в среднем это 15, где-то 10-15 лидов в день. Это Беларусь, Витебск. Есть уже по этим лидам какие-то сделки, продажи? 750 тысяч продано. На 750 тысяч продано кухонь, на 960 тысяч это в работе. Мы поставили Bittrex24, потому что никакого там CRM-ки, никакого учета не было. Буквально там за 3-4 дня настроили CRM-ку, чтобы уже было... Построили воронку такую минимальную. Вот. И сегодня закрыла этого клиента на полный комплекс. 350 тысяч. 350 тысяч. А у тебя перед этим какой был максимальный вообще чек и, может быть... Ну вот сейчас я доделала проект 80 тысяч. Это был многостраничник, не лендинг. Каждый день Ремонт телефонов. по 350 тысяч. Максимально был 80. 80, да. Да, а ты давно вообще в рекламе, в маркетинге? Ну, вообще я в SEO 5 лет, ну, а непосредственно в маркетинге и в разработке с ноября С этого ноября. года. Ну, прошлого года, да. То есть меньше года еще. Меньше года. Итак, у тебя на руках, значит, какой был рекламный бюджет, еще раз, 15 лидов в день, 700 тысяч рублей уже получено, 800, сколько там, 900 тысяч потенциальная 750 выручка. получено, 960 потенциально, да, это те, кто думают, те, кто еще получает ключи. Мы сейчас строим им воронку, то есть сегодня, вот буквально вчера, сегодня оформляем аккаунт в Инстаграм, будем заводить их в Инстаграм, чтобы они там дальше догревались. Вот, потому что, ну, Так, и женщины... а рекламный бюджет какой был? Вот с эти вот 1,5 миллиона, если суммарно смотреть потенциальную уже полученную. Ну, до 15 тысяч. То есть на 15 скидку тысяч рублей. до 15 тысяч, да. Потому что на Инстаграм уже 4 тысячи, ну, на Директ, наверное, чуть больше. Ну, до 15 тысяч однозначно. Активный, значит, маркетолог. Вот тебе и кризис. Что планируешь делать дальше? Дальше планирую подниматься в чеке, в принципе. Не очень хорошо поднимается, конечно, в Беларуси компании, но будем их докачивать до более высоких чеков. Огонь, огонь. Так, ну, великолепный результат. И для человека, который с ноября делал, тут вообще для комментариев нет, челюсть отвисла. Всем бы такое.